Молодые социальные предприниматели Тверской области могут получить грант на развитие своего дела. Помощь начинающим бизнесменам оказывают по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Прием заявок уже стартовал, он продлится до 18 августа. С тем, кто уже получил поддержку от государства, пообщалась наш корреспондент. Свои 23 года Ольга Козлова уже учредитель студии красоты. Девушка рассказывает, что всегда любила эту сферу, поэтому над тем, какой начать бизнес, долго думать не пришлось. Мы открылись 1 декабря 2023 года. С момента открытия прошло чуть меньше года. И за этот этап можно сказать, что у нас произошло масштабное развитие. В прошлом году Ольга стала одним из победителей грантового конкурса для молодых предпринимателей до 25 лет. Полученные средства потратила на закупку оборудования для студии. Много вещей, которые есть у нас в студии красоты, это как раз благодаря гранту. Это парикмахерские кресла, парикмахерская мойка, ресепшн, шкафы, ноутбук, принтер, различные уже парикмахерские приспособления, инструменты. Это от плоек до стерилизации инструментов. Вовлечение молодого поколения в предпринимательскую деятельность – одно из направлений работы правительства Тверской области в сфере молодежной политики. По мнению губернатора Игоря Рудени, поддержка в открытии своего дела позволяет решать вопросы закрепления молодежи в регионе, создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере. Претендовать на получение гранта могут предприниматели в возрасте до 25 лет, физические лица до 25 лет, оформившие себя как юридическое лицо. Гранты для социальных предпринимателей положены тем, кто включен в специальный реестр. Заявка подается и на тот, и на другой грант через электронный бюджет. И для этого обязательно предпринимателям потребуется электронная подпись. Помощь в заполнении документов оказывают специалисты Центра «Мой бизнес» Тверской области. Они отмечают, что за время существования программы интерес к ней только растет, особенно среди молодежи. Ведь получение гранта – это хорошее подспорье для начала собственного дела. Претенденты, проходящие по параметрам и требованиям, проходят конкурсный отбор, то есть наиболее социально значимые, да, проекты, наиболее сильные с финансовым обоснованием проекты проходят этот отбор, и лучшие проекты получат грантовую поддержку до 500 тысяч рублей на финансовое обеспечение начала своего дела. Всю подробную информацию можно узнать на сайте Министерства экономического развития Тверской области. Заявки принимаются до 18 августа.